Часто задаваемый вопрос, на который я попытаюсь ответить, следующий. Можно ли поменять крестного или крестную? Если кратко отвечать одним словом, то нет, нельзя. Почему? Потому что с точки зрения церковного права и с точки зрения богослужения крестные или крестная могут быть только одни и один раз на всю жизнь. И сами подумайте, крестный – это тот, кто воспринимает ребенка от купели во время богослужения, совершения таинства святого крещения. Не может же быть несколько человек одновременно принять ребенка в свои руки. И нельзя вставить или заочно поменять кого-либо в этом процессе. Поэтому крестные и крестная выбираются родителями раз и навсегда. Если мы зададимся вопросом, а почему у некоторых людей возникают сомнения, предположения, то, наверное, мы ответим очень просто. Они поругались со своими крестными или крестными. Поэтому в основном, поэтому в том числе, чтобы не ругаться и не расстаться потом, крестные и крестные берутся из родственников, ближайших родственников. И впредь не надо с ними в дальнейшем ругаться, чтобы семья была нормальная, христианская. Восприемники, они же крестные, являются некоторым образом свидетелями того, что ребенок рождается в семью, рождается в церковь. Он вписывается в семью спасаемых. Аналогично свидетелям на таинстве брака. Вот там во время таинства брака свидетели говорят, присутствуют от имени общины. Такой немолчный или разговаривающий, но свидетели того, что они, брачующиеся, могут вступить в законный церковный брак. Так и здесь. И свидетели не могут поменяться, и восприемники не могут поменяться. В связи с тем, что крестные имеют свои обязанности по отношению к восприемникам, к тем детям, которых они восприняли, откупили, мы и говорим, что крестные должны быть православными христианами, благочестивыми, чтобы потом их не бросить в молитвах, в посещениях, в помощи, в том числе и материальной. Недаром до революции многие бедные семьи брали в крестные богатых людей, купцов, помещиков, в том числе и для этого, чтобы помощь была и материальная, и духовная. Вот так кратко можно ответить на этот вопрос. Можно ли поменять крестных потом, после крещения? Нет, нельзя. И обязанности родителей никто не отменяет, даже если есть и крестные.